No. Всем доброго турецкого утра из отеля Ака Алинда из Кемера, из райончика Кириш. По традиции начинаем наше утро с вида из номера. У нас тут горы, сосны, и вот здесь вот даже видно море. И, конечно же, любое утро в Турции начинается с турецкого завтрака. Здесь при входе нам измеряют термотемпературу. Здравствуйте, спасибо. Как уже по традиции. Так, в этом отеле есть фреши. Но фреши платные. Вот цены от 4 до 2 долларов. Здравствуйте. Давайте сразу же вам покажу, что здесь есть на завтрак. Здесь, как и на обед, а и как и на ужин, вот такая вот овощная вечеринка. Здравствуйте. Мераба, как говорят в Турции. Оливки, маслины. Вот здесь вот у нас, смотрите, йогурты с разными добавками. Много можно всяких йогуртов, клубничку тогда добавить, ежевичку. В общем, всегда что есть. Ой, зайка моя прибежала. Давай. Привет, Стась. И вот здесь у нас вот можно тоже всяких варенье добавить, знаете, печенье, рахат, лукум даже есть, очень вкусный. Много всяких вкусняшек, палочки, вафли, джемы, в общем, много всего можно себе взять. Здесь у нас, смотрите, халва. Вот это, кстати, очень вкусная халва, обязательно попробуйте в Турции, это не российская халва. Совершенно отличается, небо и земля. Орехи, инжир уже нарезанный. И вот такая вот вкусняшечка. Пойдем дальше. Так, сегодня у нас прекрасная погода, здесь уже там очень солнечно. Вот здесь вот у нас разные виды сыров. Сейчас я себе параллельно буду сразу набирать. Уже мало осталось, у нас время уже 9:46, скоро завтрак закончится. Потом здесь у нас, смотрите, будь толстый бутерброд, там сверху сыр. И здесь еще вот сыр, разная колбасочка. И вот здесь, смотрите, мед в сотах. Здесь ярко светит солнце, вам отсвечивает, вот там мед. Прям сотов. Самый натуральный, самый вкусный мед, фруктовый салат. И здесь еще фрукты. Вот так вот. Яблоки, бананы. Хочешь нарезанные, хочешь целые. И очень хорошо целые фрукты, что вы можете себе там или деткам взять с собой. Все вас плохо кушают. И потом их где-нибудь покормить. Здесь же у нас, смотрите, детская зона. Здесь же бегают мои детишки. Никита, средний сыночек. Оля, младшая дочка. Еще где-то 3 мая бегает. Смотрите, здесь каша, пшеница с молоком, гречка, овсянка, рис, рисовая каша, картошка запеченная, сосиски. Вот здесь что-то было, что-то пропало. Ну и тоже сыр, оливки, маслины, есть йогурты, банки даже есть. И вот такие вот еще кашки детские, микроволновка, вся вот эта штучка, чтобы приготовить, блендер для ваших деток. Все вкусняшки, здесь все есть. Идем дальше. Вот она зона, как выглядит, знаете, как красиво. Отсюда прям можно сесть и любоваться видом на море. Просто потрясающий вид. И на улице можно сесть. Очень классно. Так, в общем, здесь у нас еще много всего. Тоже и каша, и овсяная, и манка. Здесь дублируется, там для деток, для взрослых. Хлебушек. Давайте как-то побыстрее, да, завтрак. Печеная картошка, сыр в панировке, здесь тем более все закрыто. Яйца с ветчиной. Вот яйца такие жареные. Сосиски, омлет, сэндвичи вот такие есть. Вот такая вот красота. Так, вот так вот я себе взял яичницу, сыр, пару сэндвичей. Все, всем приятного аппетита. Ну, побыстрее сюда, да, знаете, и пойти уже на улицу. Хорошую погоду, любоваться красотой. Вот так вот мы сели с видом на бассейн, с видом на море. Очень красиво здесь. Так, насчет сока я вас немного обманул каким-то образом. Дочка сейчас старшая заказала сок. Но увидели, там есть цены. Вот смотрите, здесь еще такие есть донаты и пироженки, бублики. Ой, и круассан есть. А вот круассан я не приметил. Круассан я вообще обожаю на завтрак. Это супчики, два вида супа, заправки к ним, хлебушек. И здесь, смотрите, еще детокс напитки.
чай с лимоном, такой какой-то специальный, чай для иммунитета, чай бриз горный, очень много вкусняшек. И старшая дочка заказала сок, нам всем принесли 5 соков свежевыжатых, как мы спрашиваем, это платно? Она говорит, нет, бесплатно, походу утром бесплатно, потому что другой Аки тоже был бесплатно, я вот так, так, давайте выйдем с вами на улицу, здесь просто потрясающий вид, просто сумасшедший, бомбический. И здесь еще что-то готовят вкусненькое. Пойдем посмотрим. О, здесь можно поджарить себе омлет. Добавить туда различные ингредиенты. Колбаску. Еще что-нибудь. И вот здесь у нас еще яичница с луком. Там какие-то пышки. Но сейчас закрыто. А это что-то типа этих блинчиков, наверное. Да, вот такие вот пышки. Видимо, их берут, жарят. Ну, смотрите, ладно. Какой прекраснейший вид. Можно вот так вот сесть, позавтракать. Таким прекрасным райским даже видом на море. Но здесь нет выхода на улицу. Хочется сразу на море прыгнуть, поэтому нам придется немножечко обойти. Вот так вот, через ресторан и туда обратно. Так, давайте спросим насчет сока. Здравствуйте. А апельсиновый сок бесплатно? Это бесплатно на официанта. Официанта бесплатно, да? А, на завтрак только, да? На завтрак. Или целый день? А? 7 утра на 11. А, 7 до 11. Любой сок, да? Или он ли... только апельсин. Да, короче, только апельсиновый сок. 7 до 11. Есть бесплатно. Заказ на 20 центов. До свидания. Так, и мы выходим на улицу. Сегодня у нас прекрасная погода, смотрите, какой вид. Сразу у нас все открывается, не то что вчера, да, в хмурую погоду, очень большая разница. Смотрите, какая красота, как все цветет и пахнет. И сияет. Здесь параллельно Жанна снимает в Инстаграм. Подписывайтесь к ней в Инстаграм, ко мне, чтобы все онлайн смотреть. Также у Жанны, вы уже давно знаете, можно оформить лучший тур в вашей жизни. Именно в тот отель, который вам будет приносить самый позитивный отдых. Потому что с отелем надо всегда угадать, кто хочет спокойный, кто-то хочет активный. Чтобы прям вот было идеально, Полина, вот надо такой отель подбирать. Вот это самый главный вариант, потому что если вы приедете в спокойный отель, а будете хотеть движни, вам отдых не понравится. И наоборот. И много-много различных факторов этому есть, поэтому подбирать тур надо у профессионалов своего дела. Красота, смотрите. Бары, все работает. Смотрите, как красиво отель выглядит днем на солнце. Смотрите, горы, там скалы. Музычка играет от колонок. Ну, потрясающий вид просто. Кемер, конечно, это Кемер. Здесь всегда красивый вид. Красивое море. Сейчас мы тоже посмотрим. Бабушка у нас уже там с утреца загорает. То ли рай, то ли Гавайи, Никит. Я не понимаю, как так красиво. То ли это рай, то ли это Гавайи. Гавайи, Никит. Это Гавайи. Турецкий. А турецкий Гавайи. То ли Гавайи. А почему не Глеб? Никита и Мария. Так, здесь полотенце можно приобрести. Вот здесь. А это здесь можно поменять карточки на полотенца. Карту, да? Туда. В раствор, да, химический вот. А, потом обрабатывается. Чтобы чистенькие выдавать. Смотрите, все с ковидными мерами. Три. Здесь же у нас, смотрите, холодильничек с напитками. Здравствуйте. Можно себе взять айран, воды, кучу соков детям. Смотрите, в бутылках сколько всего. Ну это вообще рай. Это что такое? Мандариновый сок, фанту, колу. Красота. Здравствуйте. Так, ну и давайте мы попадаем с вами сразу же на пляж. Сегодня у нас шикарная погода. Ты со мной рядом, Леш. Бабушка наша где-то. Надо найти бабушку. Она очень рано встала. Не то, что мы. И выползли на пляж. Принимать солнечные ванны. Так, естественно, это Кемер. Здесь у нас галька, камни, но вот там справа убрана галька, там песок. Это, правда, соседний отель. Я не знаю, может быть, здесь сезон тоже
меняют гальку на песок. То есть есть отели, которые убирают все это и завозят песок. Некоторые даже с Египта завозят песок. Все от отеля зависит от его уровня, от его класса. Так, вот вся наша семейка в сборе. И бабушка уже загорает с утреца пораньше. Привет, мам. Доброе утро. Наша семейка в сборе. Большой состав. Ты уже не загоралась, мам? Не загоралась? Ну, в общем, на данный момент сейчас вот такая галька. Здесь помельче, там помельче. Много вот таких вот навесов будущих. Кому привет передать? Всем передавай. Всем привет от азербайджанца из Турции. Да? Всего хорошего. Да нет, работаем, виза есть, есть. Есть хорошие деньги. Хорошо вам здесь работать? Сейчас мало туристов, да? Много. Много? Я видел, уже отель открывать. А позже побольше будет. В общем, летом вот это все вот будет пространство завешено навесом. Сейчас это не актуально, потому что солнышко не очень сильно греет. У нас сейчас апрель, первые числа. 1 апреля никому не верю. Ну, пляс на самом деле большой, не маленький. Вот смотрите, вон туда и вон туда. И вот здесь еще такой подиум есть. И все лежаки сейчас почему-то стоят здесь. Это очень неудобно просто ходить сюда, залезать, снимать на видео. И оттуда их снимать и тащить туда пляжем. Можно было, конечно, так вот хотя бы сколько-то вытащить, чтобы люди могли пользоваться. Вот я тут вижу парочку. Свободно сейчас отсюда утащу. И вот сюда вот его мигрировал, чтобы наслаждаться прекрасным морским видом. Красота кемеровская. Так, Жанна здесь устроила кошкотерапию. А собаки где твои? Друзья собаки? А? Кошка купаться пошла. Коша. Кошация. Оп, возвращаем на место. Детишки тут играют уже. Хотел сказать, песочек, камушки. Но это не менее интересное занятие. Так, солнце что-то светит. Оно не греет, дует легкий ветерок. И вот без майки все равно как-то прохладно. Бабушка у нас закаленная. Она загорает, любую погоду даже норовит искупаться, как и я. Но мы сейчас с вами пойдем померим воду, температуру. Я вам передаю эти эмоции морские, солнечные. Как всегда. Я уже научный своим горьким опытом хронического гайморита. Купаться не пойду. Ой, а вода-то холодненькая. Так, давайте кинем наш градусник. Упси. Все шорты замело. Смотрите, как в кемере, видите, там идет вода, а потом обрывчик туда. Вот так вот не зайдет, сразу намокнешь. Так, давайте посмотрим, что там градусник показывает. 18,3 водичка. Так вот, 18 градусов, короче, как и была, не нагрелась. И у нас тут парашют летает, прям как летом. Вот так вот на парашюте можно делать. Опа, и полетели. Давайте я вам еще раз покажу пляж. Вот он вход. Вот в одну сторону метров 30 пирс, который сейчас делают, и туда метров, наверное, 70. Вот так вот, и вот такой ширины. Ну и плюс вот такие вот лежаки, где можно полежать. Так, а мы сейчас с Инулей отправляемся на поиски игры в дартс. Мини-куба. В этот раз мы будем очень активно анимацию все осваивать. Чтобы вы всегда просите. Женя, показывай анимацию. Вот сегодня сынули, вам будем показывать. Музычка у нас из колонок звучит. Боча! Боча? А дартс где? Дартс, да? Так, короче, сейчас дартс. И в это же время стрельба сейчас. Что-то как-то немножко неправильно. Мы хотим больше пострелять. Смотрите, здесь у нас какая-то йога. Там гимнастика какая-то. Так, здесь надо записаться, написать номер комнаты, расписаться. И можно приступать. Ну да, мишень. Сейчас ружье.
достану. Так, в сфере последних мер нам раздали маски. Ну, так положено, по правилам. Так, ну что, очередь сынули стрелять. Давай, сынок. Так, мы тут прицеливаемся. И вот туда в мишень. Опа, отлично. Каждый стреляет по 3 раза. Потом подходим, смотрим после 3 выстрелов. Считаем, сколько настреляли. Он обводит в кружок, чтобы следующий, когда стрелял, было отмечено, куда уже попало. Так, чего там Никитос набомбил? 4, 7, 8. 4, 8. И куда ты еще попал? Сколько там? Да, вот, 12. Молодец. 12. Так, пойдем посмотрим, что папа набомбил-то. 8-7-8. Десяточку еще никто не попал. Ну почти один. Браво, 23. Сейчас второй этап, наклеили новую штучку, прибили степлером. Подальше отодвинули стол. И теперь по 2 раза стреляем. Так, потом все считают, все баллы совместно за 2 тура. И победителю дают пулю. Ну, интересно, слушайте, взять, приходите, стреляйте. Очень весело. Главное не победа, главное участие и процесс. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, 16:00 еще раз. Еще 16. В 11 и в 16, да, проходим? Так, надо пока, хорошая погода, такая вот, запустить дрон, потому что в Кемере, вы знаете, горы, вон там, и они притягивают облака, тучи, и есть вероятность, что во второй половине дня, уже вот когда солнышко там, может быть тучность. Это вы имеете в виду? Принеси с собой пока вот. Вы прибываете, первая половина дня надо максимально прям на воздухе проводить, вторая бывает солнышко, что уходит, бывает, что нет. Посмотрите, имейте в виду, что есть отели, где вот видите, здесь горы, они вот в той стороне находятся. А вот если у вас у отеля горы вот здесь вот, то у вас вероятность облачности после обеда будет выше. А что вот так вот солнце проходит, вот так вот с моря, вот так вот оно идет. И вот если у вас вот здесь гора, у вас будет тучность. Вот здесь гора ближайшая, вот здесь и вон там вдалеке. Поэтому, возможно, здесь будет меньше облачности. Вот это особенности, потому что вначале, когда мы приезжали первый раз в Кемере, была тучность вот эта, я жене говорил, что я в Кемер больше не поеду, там всего лишь полдня солнце. Это зависит от отеля очень сильно. Вот. Ну и от сезона, летом, естественно, туч особо уже не будет. Все, возвращаемся на пляж. Смотрите, и у нас есть отличная возможность посмотреть, как делают пирс, как забивают сваи. Вот такую конструкцию загоняют, видите? И туда в камни заколачивают вот такие вот сваи. Баба. Готовятся к сезону активно. Так, поднимают баба. И заходят потихонечку, сантиметра по 3. Что, сын, классно? Да. Постреляли. Пойдем. Знаешь, что это за штука? Ой, пахнет как вкусное море. Что, ребята, я доигрался. Подошла полиция. Сказали убирать дрон, сажать срочно. Вот. Ну, шутка, конечно, не полиция, это местный человек по отелю. Я не согласовывал ничего, потому что на это время сейчас хорошая погода, ветра нет, надо лететь, потому что завтра мог быть туча, еще что-то. Надо было поговорить с женой, найти там шефа здесь по отелю и согласовать. Ну, я полетал, естественно, я обычно летаю где-нибудь там, чтобы меня не видно было, да, потом там же сажаю, и никто не понимает вообще, откуда дрон, что. Ну, здесь я хотел сделать красивые полетики. Полетать, если человек сразу сажай. Ну, самый номер комнаты. Я говорю, I have problem. Он скажет, да, будут проблемы. В общем, посмотрим, какие будут проблемы. Но я особо не переживаю. Я знаю, что все будет хорошо. Контент же для отеля, они вообще для них это видео, это как реклама идет, да. То есть, ну, вы это смотрите, потом сами сюда едете, мы показываем весь отдых. Поэтому они должны просить меня, чтобы я полетал. Так вообще полеты и съемки с дрона стоят денег. Я летаю бесплатно, красиво. Я ему специально не стал говорить чужой номер комнаты, сказал свой, мне интересно, что будет дальше. Вот. Вообще, что здесь в Турции штраф 5000 евро за полет с дрона. Но у меня 249 грамм, это раз. И два, я не знаю, очень посмотрим, что будет. Смотрите ли в этом видео, в следующем, в плейлисте.
подписывайтесь, заходите в плейлисты вон там и посмотрим, что там вообще дальше будет. Все видюшки там будут по порядочку. Взял сынуль кепку, чтобы удобно было летать, смотреть. В общем, вы все увидите. Я почему-то думаю, что ничего не будет, хотя кто его знает, что будет дальше. Мои там загорают на пляже. Я хожу, снимаю. Так, вовремя я полетал на дроне. Пришли тучи. Всех сдувает с пляжа. Сразу сюда перебрались к бассейну. Сейчас перебрались вот сюда, к бассейну. Здесь, конечно, красивый, смотрите, островок такой. Давайте моим градусник померим воду в неподогреваемом бассейне. Так, ну, наверное, градусов 18 будет. Пока я болтаю, вы заряжайтесь эмоциями бассейна. Так, что там у нас падает пока. Так, ну что, достаем. Смотрите, вот на нижнюю ровно 18 было. Сейчас на улице она начинает сильнее охлаждаться. 17,9, 18 градусов. Кто готов нырнуть? 18 градусов. Холодно, 18 градусов. Смотрите, вот как тут бассейн идет. Вот один. Вот здесь лесенка, а здесь как таким каскадом стекает другой бассейн. Получается, как водопадик такой маленький, капающий. Бассейн большой. Ты не готова, мам, 18 градусов окунуться? Могу, я сама. Не, сейчас по приезду не надо. Посмотрим, что у нас здесь в баре есть. Здравствуйте. Так, что у вас есть тут? У нас все включено. Вот это два ряда, да? Все включено. Вот то, что верхнее, это экстра за деньги, да? А, все здесь? А, здесь, да, здесь нету экстра. Давайте я на эту камеру включусь. А текила есть у вас? Да. А какая текила? Это импортная? Нет. Турецкая? Турецкая. А импортная нет? Вроде там написано не мексиканская. Смотри, текила есть вот такая, а есть вот такая. Это типа мексиканская, а это вроде как американская. Америка. Надеюсь, не местная. Да, давайте покажу вам, что еще есть. Смотрите, по напиткам 20, есть Red Label, Havana Club, Ballantines. Типа Егермейстер, но это не Егермейстер, что-то другое. Так, вот еще Black Label, еще Red Label, Havana Club, вот также не задублируется. Но это я перечисляю то, что импортные ВАТ 69, тоже виски такие импортные. Раки, естественно, чай, кофе, пиво. Вот такие вот краники пива здесь, Туборг. Вода, соки, пакетах есть. Много-много ликеров, поэтому можете себе коктейль сделать. И там еще чай и кофе. Так, смотрите, здесь появляется какая-то Омега, бутылочка Альмека. Я думаю, что это шоколад текила. Черный. Я вообще, честно, такую ни разу не видел. Смотрите. Альмека Дарк Шоколад. Спасибо, Варимач. Слушайте, очень крутая штука, шоколад текил. Первый раз взял попробовать, да. Очень вкусно. Такого еще ни разу не пробовал. Она прям даже текилой не пахнет, да? Как сиропчик такой. Вот так вот. Теперь вы знаете, что здесь есть шоколадная текила. Кот пароль. Как вам летняя атмосфера? Смотрите, здесь вот такой бассейн. Сидишь, гуляешь, сразу здесь обед. Очень жалко, что нет проходика. Сразу так туда. Я могу прям на улице сесть и потрапезничать. Рёгать, вот так вот обходить. Ну, если он тоже хорошо, тогда сидишь, ешь, а люди заходят. Нет, лучше было бы тебе голова открыть. Мы сейчас идем на обед. Летом, конечно, когда вот так солнечная погода, все такое красивое, яркое. Моя самая красивая и любимая жена Жанна. Жена Жанна. Муж Жени и жена Жанна. Жена Жанна. Как? Жень, ты как приплеснуться? Жена, да? Жанна и муж Жени. Нет. Женя, Женя женился, Жанна, на жене Жанне. Жанна, жена Жени. Вот. Жи. Теперь у нас три Жи. Надо нам ребенку Жору еще. И вот так вот через ресепшн. Нужно проходить в ресторан. Вот здесь надо полазить чуть-чуть. Так. Обезьянка чи-чи-чи. Мы ее тут полдня провели на пляже и подзагорели немножко. Вдруг кто не смотрел, как мы сейчас заезжали, то вот вам ресепшн, лобби. Красивый, светлый все здесь. Тебе нравится, сынок, в отеле? В турецком отеле. Как отель называется, знаешь? Акахотес. Алинда. Алинда? Еще Акантедон, а это Акалинда. Кирис. Кириш.
Находимся мы в Кирише. На обед у нас также меряют температуру у всех. И также здесь стоит девушка с планшетом. И надо записываться. Да, 30.11 и 30.10. Так, я женщину обманул. 23.11 у нас 23.10. И вы заранее должны в приложении забронировать себе местечко. Когда будете кушать, на завтрак этого делать не надо. На обед и на ужин надо. Будем сейчас выбирать вкусняшки себе. Вот такой у нас обед. Оп. Салат, картошка фри, рулетики, печеная картошка. Ну, и обед потом снимаю, когда сегодня был завтрак. Следующее видео сниму. Полностью обед, обедчик. Так, всем приятного аппетита. Жанна сходила за клубникой. Смотрите, какую она нашла гигантскую клубнищу. И вот это тоже как гигантская. Мне стало очень интересно, где же такую куйничку дают? И вот здесь вот Жанна набрала, смотрите, на обед клубника, на ужин клубника, обед. На обед я вам покажу, я все остальное поснимаю. Блин, самое главное, смотрите, можно вот так вот на обед выйти и вот здесь покушать вот с таким прекрасным видом. Бассейн, море, вообще прям как в раю. Смотрите, здесь еще дают вкусняшки, кебаб. О, это у вас здесь шаурма есть, да? Кебабчик нарезаю. Не, я уже покушал, я просто посмотрел. И там вот еще гриль жарит. Короче, я вам сделаю обзорчик полный. Хорошо? В другом видосике. Сейчас вот у нас первый день. Мы сейчас такие немножко на релаксе. Покушали. Тем более завтрак я вам поснимал. Здесь там фрукты заказал, клубнику и ушел. О, сын меня уже подхватил. Ты взял клубничку, сына? А там еще не ел. Делаем. Слушайте, это не бумага, Никита, это безе. Слушайте, вот будешь в Турции, полюбишь клубнику. Я вообще не любитель сладкого и фруктов. Но вот клубнику я здесь полюбил. А ты что, полюбил? Мутированную. Это такая клубника. Я очень люблю безе. Просто обожаю. Особенно, когда оно в серединке, знаете, такое жиденькое. Такое мягкое. Это вообще прям любовь. Слушайте, какой отсюда красивый вид, да? Посмотрите. Вот эта пальма, вот эти островки, когда делают внутри бассейна, мне всегда вот очень нравится во всех отелях. Это вот прям искусство, море. Сейчас ветер поднялся, с моря оттуда дует, на море уже прохладно. И мы решили сейчас пойти все на горки, на водные, потому что там подогреваем бассейн, поплавать и отдохнуть немножечко. Так, мы пришли к горкам. Здесь на самом деле можно там обойти. Можно прямо вот здесь пройти через еще одно здание, отдельный корпус, там корпус Анекс называется. И тут горочки, все живет, кипит, бурлит. Вообще лето, слушай, здесь зажито. Нету ветра абсолютно. Сейчас поедем кататься, смотрите, горки, кстати, большие. Надо только гидрочехол одень и будем кататься. Здесь же у нас располагается мини-клуб. Вон, он открыт. А мини-клуб попозже, сейчас первым делом. Первым делом горки. Смотрите, думал, время тут написано с 12:12. Это время замера воды. 27 градусов. 29 было в 12. Так, что-то непонятно. Вроде дата одинаковая. В общем, 29 или 27 градусов. Смотрите, есть маленькая джакузи для деток. Сейчас потрогаем. О, вода вообще здесь кипяток. Наверное, здесь и 29. Смотрите, можно такие ватрушки взять и на горках кататься. Здесь же, смотрите, есть бар. Закусончики. Пойдем посмотрим, что тут есть. Здравствуйте. Смотрите, яблоки, кетчуп. А, здесь можно себе гамбургер сделать, да? Хот-дог. Соус болоньез, спагетти. Вот гамбургер. И римский суп еще даже есть. Все, спасибо. Так что здесь можно поплавать, не отходя от кассы. Перекусить, есть подъем. А, деткам, чтобы они могли залезать. И тут бар. Пиво, напитки, орешки. Кто любит айскрим, я там увидел. Вот он. Мороженое. Здравствуйте. И здесь же еще есть столы, где можно посидеть. Под навесом. Можно не под навесом. Куча шезлонгов. Кстати, горки большие. Блин, ну самое главное, что здесь атмосфера. Прям лето. Прям жариска. Так вот здание стоит, ветер не дует. Легко на горке, наверное, будет подувать. Ну прям огонь. Мам, ты будешь с горок кататься? С горок? Нет. Самый большой. Вот стой. Так, ну что, давайте померяем водичку в бассейне. Мань.
супер градусником, самым точным, профессиональным. О, смотрите, как хорошо, да? Тепло, мам? Нормально. Сейчас я померю. Сейчас наберется. 27,5 вода. Вот, на нижнюю смотрим, 27,5. Так, камера без гидрочехла. Смотрите, не утопите ее. Я сейчас ее возьму. Водичка, огонь. А бассейн мелкий, кстати, да? Смотрите, я 1,83 м, вот здесь я стою, мне по попок. Фоль, класс? Вот не брызгай в камеру, она без гидроскафандра пока. На горку. И сейчас мы пойдем с тобой. Я боюсь. Боишься? Я тебя на руки возьму, ты не боишься. Я боюсь. Что, вам класс? Как летом, да? Класс, апрель. Первые числа апреля. Ой, хорошо. Всей семьей. Только воду в рот не брать. Ой, класс, вообще супер. Как вам эмоции? Я вас беру и держу на уровне, как будто вы сами плаваете. Поэтому ложитесь в ванну, наливайте в ванну и плавайте вместе с нами. Так, а вылезать вот свежего, ветерок поддувает. Мы сейчас вылезли все, вытерлись. Я снял маску с камеры. И сейчас гидроскафандр. У меня, кстати, смотрите, из Вайкики шорты для плавания. Последний раз прикупил. Вот сейчас ветер будет забивать. Вы узнаете, как без мохнатки дует. Поль, пойдем. Сейчас все вместе, и бабушка, и детки. Все идем на горки, смотри. Взяли на всякий случай круги такие. И идем наверх. А мы же не знаем, Никит, с какой горки, какой надо круг. Так, мы поднялись на первый уровень горок. Пойдем на второй. Так, смотрите, сразу покажу вам. Футбольное поле там есть, баскетбольные кольца. А может, это не наш отель. О, смотрите, как высоко. Ветер тут дует, ничего не слышно будет. Поле, стой. Иди на солнышко сюда. Давайте вниз посмотрим. Какая красота. Открывается. Море видно, все корпуса. Бассейн. Классно мы купались. Супер, конечно, горки и теплый бассейн делают свое дело. А кадры сейчас вам прикреплю. Посмотрите, как вот там вот сзади. А этот бассейн, скорее всего, греется такими водонагревателями. Я раньше думал, что это солнечные панели. Вот везде в Турции, вы когда замечаете, едешь, и на крышах кажется, что это солнечные панели. В Турции нет солнечных панелей, это большая редкость. Это стоят нагрев воды,
коллектор, типа как я делаю на даче у себя. Шланг распускаю, только там такой он в коробе. Очень, конечно, классно. И как я и говорил, смотрите, время у нас 3 часа 50 минут, вторая половина дня. Горы притягивают тучи. Вот, и немножко уже тучность появляется. И, конечно, когда уже чередуется ветерок и тучи, конечно, из бассейна вылезать уже свежо. Поэтому сейчас обтерлись, вытерлись, быстренько переоделись, чтобы не подморозить никакие места, не заморозиться вообще. Сейчас пойдем дальше. Греться, печиок. И посматривать территорию отеля и вас с ней знакомить. А смотрите, какой здесь ветер возле моря. Смотрите, как пальмы колышет. Мне даже пришлось кофту надеть, чтобы пойти полотенце сдать. Странно, написано, что полотенце до 4 можно сдать, но уже закрыто. Без 5-4 сейчас. В общем, мы пришли на ресепшн. Они куда-то позвонили, сказали, идите сдавайте, до 5 вроде бы работает. Иду опять сдавать, туда-сюда бегаю с ними полотенцами, у меня их 6 штук. Ощущение, что они решили на мной поприкалываться. Никого нет. Все равно закрыто. Они прикалываются, реально одна. Свершилось чудо, он пришел. В общем, до 5 часов должно работать. Смотрите, здесь, прямо рядом с пляжиком, есть еще бич-бар. Вначале его так не замечаешь. Здесь, помимо бара, есть кафешечка. И там должны быть вкусные пироженки. Такая здесь атмосфера. По алкоголю, я думаю, то же самое, что и там мы снимали. По напиткам. И вот здесь вот у нас, смотрите, как можно посидеть, вкусненько покушать. Здесь айскрима куча, смотрите, сколько мороженого. С 11 до 6 работает. Знаете, здесь есть и бутерброды, пирожные с клубничкой, тортики. Вот такие стаканчики. Здесь стаканчик, смотрите, здесь даже клубника в шоколаде, как Макс Роял. Так, мы набрали вкусняшек. Смотрите, как здесь классно можно посидеть. Такие диванчики, столы. И вот так вот сколько у нас вкусняшек. Ой, разных. А последнее. Ну, можешь съесть половинку. И вот здесь по соседству можно заказать себе кофейку, чайку. Ну, всем, кто любит что-то другое, пожалуйста. Все, есть рэп. Блэк. И все остальное. Местечко очень, конечно, классное, очень уютный, комфортный. Здравствуйте. А здесь, смотрите, если вы любите большие кружки, как в России, не как в Турции маленькие, можно турецкий чай попросить в больших кружках, еще и с лимоном, и с мятой, вот такой вот вкуснятин. Так, и здесь, смотрите, я приметил орешки и разные чипсы. Большие, типа лейс рифленых и начоса. Так что вы теперь знаете, где можно чипсика взять. Никит, что ты говоришь в Турции главное? Главное по полному кайфануть. Самое главное правило будет. Наелить булок, вкусняшек. Девчонки едят пирожные, переживают. Зачем наелись? Я говорю, ешьте, наслаждайтесь. Дома будете худеть потом. А в Турции Никита вот говорит, надо кайф ловить и по полному. Правильно. Мы сейчас пришли уже домой. Здесь у вас будет вид не на море, а вот сюда на въездную группу. Можно абсолютно не смущаться. Здесь тихо, спокойно, ничего не слышно, как эти автобусы приезжают. Видно море, видно горы, сосны. Вот закат, правда, хотел снять. Не видно, вот сосна будет мешаться, уходить. Поэтому эти виды тоже нормальные. А вот те другие корпуса. И вот там же горки за этим корпусом. Опа, какая красота! Так, мы пришли опять на ужин. Ужин я вам вчера показывал. Полностью сегодня покажу, какие вкусняшки. Смотрите, сегодня сатэ из морепродуктов. Там кальмарчики. Что там, мидии еще. Вот креветочки не вижу. Вообще, когда летом или побольше будет народу, видите, сколько здесь места для выдачи. И сейчас, когда немного народу, то есть много столов для раздачи пустые. Потому что нет смысла все это заполнять. Этот сезон у вас будет побольше. То есть все столы, холодильники, они все будут наполнены. Так, а сегодня, по-моему, то, что жарят на гриле, выдают на улице. А здесь я сегодня не нашел этого. Да, вот сегодня выдача на улице. Здесь жарят вкусняшки. Индейка. Это что у нас? Соус апельсиновый, картошечный. Картофельные крокеты, это картофельные. Здравствуйте. О, мороженое, смотрите, сегодня вечером дают. Вот так вот много вкусов. 6 видов мороженого. Здравствуйте, добрый вечер. И вот здесь еще 2 стола на раздачу, стрелочки нарисованы. Вот так вот ходим
по стрелочкам. Здесь у нас макарошки, соус и спагетти. У нас все это закрыто, и мы по стрелочкам вот так тык-тык-тык-тык перемещаемся. Так, здесь овощи на гриле. И здесь жареный сибас. Но сибаса нет, он куда-то делся. Так и хочется сказать. Этот, спрашиваю, что за камера. Курочка на гриле. Соус чили. И котлеты еще на гриле. Вот рыбка жарится, сейчас готовится. Сейчас рыбку возьмем попозже. Вот котлетки. Я попросил себе одну. Спасибо. Давайте, пока рыбка жарится, я покажу, как ее жарят. Вот так вот, на гриле. И котлеты на углях жарят, вот так вот. Вот так вот взял я себе сибасика. И вот эти вкусняшки, которые вам показывал. Идем кушать. На улице классно кушать, тепло. Подсветчик такая легкая. У нас что-то внутри уже сели. Пойду к ним. Это все я вам показывал, если вдруг кто не смотрел. Клубничка, все это. Плейлист, заходите. В первом видосике ужин я снимал. Атмосфера немножко вам. Всем, конечно же, приятного аппетита. Астерии я не был. Так, у нас тут это. Приставочки. В общем, здесь. Фейс покажи свой. Фейс контроль. Так и санты. И из других отелей Зай Сигрина нас узнали. Он раньше в Сигрине был. Узнал нас, сказал, что ютубер ходит. Вот я зеленым. Ахмед. Я знаю. Ахмед. Джан. А у меня второе имя есть. Джимми, Ача-Ача. Джимми, Ача-Ача. Ты такой веселый здесь персонаж. Слушай, анимация. Сидим, веселимся. Ача-Ача, а почему здесь покажи? 2-0. Первый апреля уже прошло. Держи. А, золотишко крепко. А сейчас нету со мной дома подарок. Давайте нам основные слова турецкого. Какие вот основные слова? Например. Привет. Это здравствуйте, мерхаба. Мерхаба. Да. Как дела? До свидания. Как дела? Насолсон. Скажи. Как на? Насолсон. Что сделал? Насанцев? Насолсон. Насолсон? Да. Слушай, насолсон. До свидания, гиля-гиля тебе. А девушка как дышит? Ты девушка красавица. Нет, я и знаю, тебе мне очень нравится. Так, а еще раз насолсон. Баян. Баян. Как дела? Баян голос играет. Баян. Слушайте, ну очень веселый вечер. Сейчас еще будет продолжение. Караут-шоу будет. Так, вот этот мужчина работал в Айси Грин, да? Да, да, и он меня узнал, говорит. Ютубер. Я тебя ремембер. Спасибо большое, все очень вкусно. Очень хорошее обслуживание у вас. Здесь действительно вы так все внимательно обходите. Да. Заказы все приносят, все у нас. Главное, что нас не выносит, пока мы не поедим. Куда все пошли-то? Выход в другой стороне. Выход в другой стороне. Вы гуськом. Вы замороженным, что ли, пошли все? За добавкой. Змейка, нас так много, мы тут ходим. Нас видно издалека. Жанна ревизора тут ходит. Проверяет пылинки по ценным бумагам. Комиссия по ценным бумагам. Сахар. Нет, это не сахар, это камушки такие искусственные. Так, причем один человек идет, и все за ним гуськом уходят. Выхода там нет, куда выйти? У нас тут очень весело. Все, главное, идут молча. А где вы мороженое брали? Скажите мне. Вот я туда пойду. Все гуськом. А где? Нет, мороженое. А. Мороженое? Мороженое, да. Я же сам снимал час назад. Пока ел, все забыл. Я как этот, у которого пропадает память. Можно мне карамельковое? Это снег, из снега. Из снега? Я карамельный. Со вкусом снега. Ограда. У меня с хвостиком-то. А это что за желтое? Ой, смотри, какая звезда. Спасибо Альтаир. Большое. За какую вкусняшку здесь даю. Альтаир. Как тебе мороженое? Очень вкусно.
Хочешь полезать мой шарик? Что полезать? Полезать мой шарик. Мой шарик? У меня есть мой шарик. Большой. Потребуется шариками, у нас вкусы смешаются. Спасибо, very much. Сигнализация сработала, что мы слишком много мороженого взяли. До свидания. Аня, сейчас мы уйдем, Аня скажет, больше не приходите, пожалуйста. Я наоборот, они рады. Ну мы днем распознали, что здесь есть вкусняшка кое-какая. Шоколадная текила здесь в баре возле бассейна. Мы пришли за шоколад текилой. Три. Видите, у них здесь нету, но в закромах у них есть. С собой есть здесь. Чего ты хочешь? Тоже что-нибудь. Тоже. Катя, тоже. Так, смотрите. Катя, держи мороженое. Взрослым. Что это за... Текилку детям. Новопосит какой-то. Быстро. Быстро что? Давайте. Очень вкусная штучка. Это новопосит. Не это шоколадная текила. Она прям даже не как текила. И без лимона очень можно, хорошо. Без всего. Что дайте. Это вы мне такое? За приезд. Персин, давай, голова. Давай. Шуры. Болтать будешь? Нет. Очень вкусная штука. Ну, он первый раз слышал, да? Добавил больше. Не-не-не. Ваша заливная рыба. Это коньяк. Нет. Ну, вообще упьют залпом они чуть-чуть. Да, это коньяк? Давай. Давай, здоровья, друзья. Очень вкусно. Я первый раз вообще вижу шоколадную текилу. Еще и альмеку. Да. Вкусновато, но маловато. Я люблю чай. Чай? Кофе. Так, и сегодня у нас вечером караоке. Девчонки предлагают петь песню «Шоколадный заяц», «Ласковый мерзавец» в найт-клабе. Это все вот возле амфитеатра. Сейчас вот здесь вот в это время года, пока прохладно на улице, проходит мероприятие. Добрый вечер! Вот уже кто-то поет. Очень уютно здесь, такая прям клубная атмосфера. Здесь такая менюшка, можно выбрать себе песенку, какую ты хочешь, много песен. Выйти и спеть песню. Песня Полины Гагариной, танца больше нет. Оля хочет спеть, да, Поль? Оля говорит, когда петь будет? Как на концерте Пугачёвой. Караоке закончилось, сейчас все по нормам. До 10 часов, 10:07, мы отправляемся домой. Не, мы отправляемся обратно в караоке, а у нас Никита где-то забыл свою желтую кепку. Идем искать. Давайте немного вам красивого вечера. Так что, кепку мы нашли, Никитоса в клубе забыл. Все, спасибо всем, кто провел этот денек вместе с нами. Как всегда, не замечайте на лухе никаких мелочей. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Угу. Чисто сердечное спасибо. Ну а и давайте идем спать. Да, вам тоже спокойных снов. Как всегда, не замечайте на лухе мелочей. Заезжайте с позитивом, эмоциями, с солнцем, морем, вкусняшками. А, кстати, совет. Вот приезжайте в Турцию. Если отдых, то только Турция. Да? Тут очень круто. Ну да, близко. Недорого относительно. Детям хорошо, взрослым. Все, огромное вам всем удачи. И пока. Пока. А знаешь, 110 децибел, если забыть, то рок-концерт. Ты там когда-нибудь был? Был. Сколько децибел 115. На рок-концерт? 115. Ничего себе, Никита изучает децибелы. Сколько децибел, где происходит? Хорошо. Боевой по...
болевой порог 125 дБ. Ничего себе. Вот это да.